Спасибо тебе, Харитоша, за такой вкусный салатик. Можешь же, когда хочешь, вкуснятину приготовить. Ну и кого тебе сегодня сделать? Я хочу железного человека. Железного человека? А может, Бэтмена сделать? Нет, хочу железного человека. Хорошо, давай железного человека. Главное, железо найти. Так ты его из железа будешь делать? Да это шутка, конечно, из пластика. Тогда пойдем готовиться. Пойдем, нетерпеливый ты мой. Ладно, позже вымою. Ребята, в этом видео будет три пасхалки. Первым трем нашедшим их я передам привет в следующем видео. А также тем, кто поделится этим видео с нашей группой ВКонтакте. Ребята, привет! Сегодня сделаю Харитошке железного человека 3D-ручкой. Заранее я нарисовал на чертежной бумаге все части железного человека, и остается их только раскрасить. Вот и пластик подоспел. Дружище, так это не все цвета. А где желтый и голубой? Зараз, не смог донести. Сейчас принесу. Степаныч. Чего? У тебя скоро мозоль на ухе от пластика появится. Что? Точно? И нужна 3D-ручка. А? Вот остальной пластик. Снимай скорее. А что это у тебя на ухе? Как что? Пластырь от мозолей. Ты же сказал, что могут появиться. Вот я и подстраховался. А то впереди еще много героев. Ну ладно. Ну что, начнем? Ты пока начинай, а я пойду посуду помою. Хорошо, иди помой. Начну обводить все черным пластиком. И потом раскрашу остальными цветами. Все детали черным пластиком обвел, и сейчас буду все раскрашивать. Начну с головы. И обрадовались блюдца. Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. И танцуют, и смеются. Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. Все, помыл. Теперь осталось ополоснуть. Вот так. Тщательно нужно смыть остатки мыльной пены. Угу. И обрадовались блюдцы. Дзинь-ля-ля. Вот, теперь тарелочка будет скрипеть. Начну раскрашивать детали головы. Все детали головы раскрасил, сейчас раскрашу элементы туловища, рук и ног. Thank you.
Итак, я нарисовал все части железного человека, и теперь остается их только... Секундочку, я посмотрю, что он там делает. Харитон! Чего? Ты что, решил пропылесосить? Ну да, смотрю, что-то много пыли у нас дома. Странно, я же утром пылесосил. Ну ты пока делаешь фигуры, я убираюсь. Ты не отвлекайся от работы, уборку я сам наведу. Ладно, хорошо, наводи порядок. Так, продолжаю. Сейчас отделю все детали от бумаги. Детали отделил, сейчас буду склеивать. Ребята, вот такая голова и туловище получились. Дальше сделаю руки. Руки сделал, осталось сделать ноги. Вот такие малюсенькие ножки получились. Осталось теперь все склеить. В первую очередь склею голову с туловищем. Склеил. Теперь приклею руки. Вот, смотрите, у человека появились руки. И приклеиваю ноги. Железный человек готов. Сейчас нужно позвать Харитона, пусть оценит. Харитоша, Харитон, иди смотри. Иду, иду. Человека-паука захвати. Иду, иду. Вот тебе Человек-паук, а зачем он нужен? Хочу сравнить две фигуры. Смотри, как тебе? Прикольный. Я так рад, классный получился. Я так и знал, что все получится. Что, теперь на очереди Халк? А ты думаешь, ребятам интересна тема супергероев? Спросите ребят. Ребята, делайте еще фигуры супергероев 3D-ручкой. Если да, то кого еще сделать? Пишите в комментариях. Пишите, пишите. Не забудь приветы ребятам передать. Конечно, сейчас и передам. Сегодня от меня получают приветы те ребята, которые первыми нашли все пасхалки. Это Али Алиев, канал Спецзаказ, Нубик и Влад. А также те ребята, которые поделились в прошлом видео из нашей группы ВКонтакте. Это Глеб Сабуканов, Саша Синенко, Дарья Дубова, Александр Петров, Егор Давлятшин, Анатолий Сарайкин, Ксения Свиридова, Сильвестр Ковалев и Камила Суворова. Огромный вам привет, ребята! Пока! Ребята, пишите, что хотите Халка. Я очень хочу Халка. Да, и подписаться не забудьте.
А еще не помешает поделиться этим видео с друзьями. Пока! Вот вас уже двое. Моя коллекция пополняется. Надеюсь, скоро будет трое. Хе-хе-хе.